И теперь к другим темам. В поликлинике Ненецкой окружной больницы идет монтаж нового рентген-диагностического комплекса. Оборудование приобретено за средства окружного бюджета по поручению главы региона Александра Цибульского в рамках Года здоровья. Ирина Никешина расскажет подробнее. Врач находится в этом кабинете и управляет вот столом отсюда, проводит исследования и не облучается абсолютно. Одна из особенностей нового рентген-аппарата – возможность дистанционного управления. Результат такого обследования будет отображаться на мониторе компьютера. По словам инженера компании «Стормов» Александра Хрулева, снимки будут очень высокого качества. Это значит, что врач сможет рассмотреть все до мелочей. Впоследствии цифровое изображение при необходимости можно будет направить по телемедицинским каналам на консультацию в любой город. Оперативно получать результат обследования пациентов смогут и лечащие врачи. Любой пациент, который обратится к нам за медицинской помощью, и ему будет назначено рентгенологическое обследование, он, соответственно, на этом аппарате будет выполнено это исследование. И, соответственно, уже врач будет интерпретировать эти анализы у себя на рабочем столе, на компьютере. Впрочем, результаты рентгенологического обследования будут храниться не только в цифровом виде. Существует принтер. Сухая печать, так называемая, термосухая печать. И возможно распечатать пленку рентгеновского качества безо всякой проявки и отправлять ее точно так же, выдавать пациенту. Он может с этой пленочкой обратиться на консультацию. Можно записать на DVD-диск исследования. Как отметил главврач Ненецкой окружной больницы Дмитрий Козенков, новый телеуправляемый цифровой рентгенаппарат позволит врачам проводить более качественное обследование пациентов, в том числе и в той области, которая раньше была недоступна на старом оборудовании. Оборудование позволяет проводить исследования практически всех органов и систем. Преимуществом по сравнению, вот у нас раньше не было такой возможности, то сейчас появилась возможность сделать контрастное исследование органов желудочно-кишечного тракта. В настоящее время оборудование монтируется специалистами. В дальнейшем пройдут его пусконаладочные работы и уже точная донастройка непосредственно специалистами завода-производителя. Ирина Никишина, Вадим Стасюк, телеканал «Север».